армейцев команды играет предельно корректно. Но этот матч, кстати, он это и показывает. И все равно этого не хватает, да? Все равно пропускают. Трактор 11-й по меньшинству, 7 пропущенных шайб. Там, тоже... есть... Да, там есть команда, у которых по 40 попыток. Но... И в большинстве у ЦСКА всего лишь 20. Но немного и не надо. 7 пропущенных у трактора, меньше 80% эффективность меньшинства. Хотя и 2 шайбы в меньшинстве трактор забил в этом сезоне, тоже нужно учитывать. Еще нужно помнить прошлый сезон. Так, момент у Вальмарка, и выручает Роман Вилл. Фантастическое спасение. Да, это спасение, это спасение. Казалось бы, все, не успевает голкипер, но Вилл сумел очень круто переложиться.